Знаешь что? Эй, ты! Я вообще-то обручена. Это тебя прозывают Довокин. Никто не клюнет на твое вранье. Истинный драконорожденный уже идет. Ты лишь тень его. Когда объявится лорд Мирак, все присягнут ему. Никто не смеет ему противостоять. Говорят, страх рассвета возрождается. Это охотники на вампиров или что-то такое обосновались в старом форте возле Рифтена. Может, и мне стоит к ним пойти? Так это ты тут все разнюхиваешь? Чердак? Да. Что ж, у нас нет чердака, но одна комната свободна, налево от двери. Чувствую себя как дома. Значит, ты Довокин, а тебе многие говорят. Ты не это ищешь? Нам нужно поговорить. Иди за мной! Теперь можно поговорить. Седобородые, похоже, думают, что ты Довокин. Надеюсь, они правы. Вот неожиданность, да? Кажется, я хорошо играю роль безобидной хозяйки трактира. Предельная осторожность и осмотрительность. Всюду шпиона Талмора. Я бы не пошла на это без причины. Нужно было удостовериться, что это не ловушка талморцев. Я тебе не враг. Я уже отдала тебе рог. Я правда пытаюсь тебе помочь. Просто выслушай меня. Как я писала в своей записке, я слышала, что ты, быть может, драконорожденный или Довокин. Я член ордена, который искал тебя. Ну, кого-то вроде тебя. Уже очень давно. Если ты, конечно, и вправду Довокин. Прежде чем я расскажу тебе больше, я должна удостовериться, что тебе можно доверять. Я знала, что седобородые пошлют тебя туда, если подумают, что ты Довокин. Они очень предсказуемы. Увидев тебя здесь, я поняла, что тебя прислали седобородые, а не талморцы. Мы помним то, что многие забыли. Драконорожденные — совершенные драконоборцы. Только вы можете окончательно убить дракона, пожрав его душу. Ну что,
Ты сможешь поглотить душу дракона? Нет времени играть в нерешительность. Ты либо Довокин, либо нет. Но скоро я сама это пойму. Мы помним то, что многие забыли. Драконорожденные — совершенные драконоборцы. Только вы можете окончательно убить дракона, пожрав его душу. Да, мы очень давние враги. И если мои подозрения верны, они как-то связаны с возвращением драконов. Но сейчас это не важно. Важно то, что ты, быть может, и есть Довокин. Драконы не возвращаются. Они просто оживают. Они никуда не уходили. Они были мертвы, убиты сотни лет назад моими предшественниками. Теперь что-то вызывает драконов обратно к жизни. И ты поможешь мне положить этому конец. Я не думаю, я знаю. Я ходила на древние могильные курганы. Они опустели. И я догадалась, кто и где следующим пробудится к жизни. Мы пойдем туда, и ты убьешь этого дракона. Если у нас все получится, я расскажу тебе все, что ты захочешь узнать. Тебе следовало бы сообразить. Тебе удалось добыть мне карту. Помнишь камень, который был нужен Фарингару? От тебя мало что ускользает. Я попросила Фарингара добыть для меня драконий камень. Действовать за кулисами — моя работа. В конце концов, я добилась своего. Да, карта древних захоронений драконов. Я посмотрела, какие из них теперь пусты. Картина совершенно очевидна. Пробуждение катится с юго-востока, начинаясь близ Рифтона в Джирольских горах. Следующим должен стать курган в роще Кин, если ничего не изменится. Роща Кин. Там есть древний драконий могильный курган. Если мы доберемся туда прежде, чем это случится, возможно, мы узнаем, как это остановить. Мне нужно переодеться в дорожную одежду. Дай мне минуту, и я буду готова. Так-то лучше. Пойдем по дороге в рощу Кин. Я тебя повсюду ищу. Тебе просили кое-что передать, лично в руки. Посмотрим. У меня тут письмо и гора золота. Вроде как это тебе в наследство. Да, да. Мои соболезнования. Но вроде все. Ладно, мне пора. Тебе что-нибудь нужно? Роща Кин. Там есть древний драконий могильный курган. Если мы доберемся туда прежде, чем это случится, возможно, мы узнаем, как это остановить. Фракция, которая правит Альдмирским доминионом. Они чуть ли не уничтожили империю в Великой войне 30 лет назад. Нет худшего врага для людей Темриэля. Империя еле пережила последнюю войну, и Талмар не собирается проигрывать следующую. Мы помешали их планам в прошлом, а у них долгая память. Нет, не ходи туда! Дракон! Он нападает! Ну, не знаю, пока нет. Он улетел за город и сел на старый драконий курган. Не знаю, что там происходит,
и выяснять не собираюсь. Быстрей, может быть слишком поздно. Я обещала тебе все рассказать, верно? Говори. Отвечу на все вопросы. Ничего не утаю. Я одна из последних клинков. Давным-давно клинки были драконоборцами. Мы служили драконорожденным, величайшим драконоборцам. Более 200 лет с момента гибели последнего драконорожденного императора клинки искали, в чем же теперь наша цель. Теперь драконы возвращаются. И наша цель опять ясна. Мы должны их остановить. Ничего. Я, как и ты, была поражена, когда увидела этого огромного черного дракона. Правда? Где? Интересно. Тот же дракон. Проклятие. Мы бродим в потьмах. Нужно выяснить, кто за этим стоит. Именно. Никто сейчас даже не помнит нашего имени. Раньше весь Темриэль знал, что мы защитники императоров династии Септимов. Но эти времена давно миновали. Последние 200 лет мы искали следующего дракона рожденного, чтобы направлять и защищать его, как велит нам клятва. Но никого не нашли до сего дня. Сначала нам нужно выяснить, кто стоит за драконами. Талмар. Наш главный подозреваемый. Если это и не их рук дело, они знают чьих. Фракция, которая правит Альдмирским доминионом. Они чуть ли не уничтожили империю в Великой войне 30 лет назад. Сначала нам нужно выяснить, кто стоит за драконами. Талмар, наш главный подозреваемый. Доказательств нет, пока. Но я нутром чую, что это их рук дело. Имперцы захватили Ульфрика. Война почти закончилась. А потом появился дракон, Ульфрик сбежал, и война снова идет. А теперь драконы нападают на всех без разбору. Скайрим ослаблен, Империя ослаблена. Кому это на руку, кроме Талмара? Перед Великой войной клинки помогали Империи бороться с Талмаром. Наш Грандмастер считал его величайшей угрозой для Темриэля. В то время это было верно. Возможно, верно и теперь. И мы боролись с ним в тени, по всему Темриэлю. Мы думали, что эта задача нам по плечу. Мы ошиблись.
Если бы мы могли пробраться в Талмарское посольство. Это их штаб-квартира в Скайриме. Проблема в том, что посольство охраняют лучше, чем Скряга свой сундук. Они еще большие параноики, чем я. Я пока не знаю точно. У меня есть несколько идей, но нужно время, чтобы все продумать и подготовить. Встретимся в Ривервуде. Если я не успею туда к твоему приходу, дождись меня. И посматривай на небо. Поверь мне, дальше будет хуже. Я придумала, как провести тебя в Талмарское посольство. Нет, мне не стоит. Меня могут заметить и узнать. Но тебя никто из них не знает, пока что. Посланница Талмара Эленвен часто устраивает приемы, где собираются богатые и влиятельные люди, тем самым демонстрируя эльфам свою лояльность. Я могу провести тебя на такой прием. Когда будешь внутри посольства, покинешь сборище и отыщешь секретные документы Эленвен. У меня есть человек в посольстве. Он сам не пойдет на такой риск, но сможет тебе помочь. Его зовут Малборн. Лесной эльф. У него много причин ненавидеть Талмар. Можешь ему доверять. Я ему передам, что вы встретитесь в Солитьюде, в Смеющейся крысе. Знаешь это место? А я пока попробую добыть тебе приглашение на прием у Эленвен. Найдешь меня в конюшнях Солитьюда, когда договоришься с Малборном. Есть вопросы? Не бойся Малборна. Он не такой рисковый, как ты, но ненавидит Талмар не меньше меня. Он лесной эльф. Талмарцы убили его семью в Валенвуде во время одной из своих чисток, о которых они никогда не распространяются. К счастью, они не знают, кто он на самом деле. Иначе он бы не разносил напитки на приеме у посланницы. Хорошо. Береги себя. Подвезти. Я могу отвезти. Ну, куда едем? Залезай в повозку и отчаливай. Впервые в Солитьюде. Прекрасный старинный город. Столица всего Скайри... с дядей Рогвером. Скажи им, что он не виноват. По местам. Свари, иди домой. Иди домой и сиди там, пока не придет мама. Давай уже. Предатель. Ты нас предал. Скажи ей, что ее дядя мерзавец, который предал своего верховного короля. Чем раньше она узнает правду, тем лучше, Адвар. Ты сама доброта, Вивьен. Рогвер. Ты помог Ульфрику-буревестнику бежать из города после убийства верховного короля Торуга. Открыв для Ульфрика ворота, ты предал народ Солитьюда. Не заслужил он последнего слова. Не было никакого убийства. Ульфрик бросил вызов Торугу. Он победил короля в честном бою. Такова наша традиция. Таков древний обычай Скайрима и всех нордов. Долой! Сегодня я иду в Совнгард. Вот так страж ворот. По делам ему. Нам такой мусор не нужен. Я ожидал большего. Норд. Правда? Ее выбор пал на тебя? Надеюсь, она знает, что делает. Значит так, я могу пронести кое-что для тебя внутрь посольства. Даже не пытайся пронести с собой еще что-нибудь. У талмарских стражников нюх на это.
Дай мне то, без чего не сможешь обойтись, и я пронесу это в посольство. Остальное за тобой. Ты меня спрашиваешь? Она обещала прислать человека, который знает, что делает. Если хочешь остаться в живых, я пронесу туда то, что тебе нужно, чтобы тихо ходить и быстро убивать. Твоя задача — пройти на прием так, чтобы в тебе не заподозрили шпиона. Об остальном я позабочусь. Твоя задача — пройти на прием так, чтобы в тебе не заподозрили шпиона. Об остальном я позабочу. Тебя не пустят на прием в Талмарт? Посольстве в Талмарт? Ладно, пусть будет так. Сойдешь за обычного гостя. Ну, пока рот не откроешь, конечно. Ну что, пора садиться в экипаж и ехать в посольство? Не бойся. Все тебя дождется здесь, в целости и сохранности. Главное, вернись живым и с уловом. Удачи! Кто-то опаздывает на вечер у Эленвен. И какой шикарный экипаж, надо же! Мое почтение, господин! Я опоздал исключительно из-за того, что заблудился в этих богами забытых горах, а не потому, что хотел опоздать. Я предпочитаю приходить пораньше, часто за день, на праздник, чтобы уж точно выпивку не пропустить. Добро пожаловать в Талмарское посольство. Ваше приглашение, пожалуйста. Народочка пить стал, правда? Приглашение, пожалуйста. Я отдохну немножко. Благодарю, господин. Проходите. Так. Вот мое приглашение. Мне не отправлено. Добро пожаловать. Мы, кажется, не знакомы. Я Элен Вен, посол Талмара в Скайриме. А вы? Ах, да. Я видела ваше имя в списке гостей. Прошу госпожа вас, посол, простите, расскажите о себе побольше. Что привело вас в эту... в Скайрим? Что случилось, Малборн? У нас закончилось вино Алта. Вы разрешите мне открыть Орентийское красное? Конечно. Я же просила не беспокоить меня такими мелочами. Да, госпожа посол. Прошу прощения. Мы еще познакомимся поближе. Прошу вас, отдыхайте. Чем могу служить, господин? Конечно. Я посмотрю, есть ли у нас еще такая бутылка. Я буду ждать у двери, пока все не отвлекутся на другое. Никто из них и не думает о религиозном аспекте этой войны. Еще один знак вырождения вашей империи. Что тут надо сделать, чтобы тебе налили? А, прости меня, друг, я тебя не заметил тут. Позволь мне представиться, Розелан, торговец по профессии, знаток человеческой природы по призванию. Друг мой, это совершенно верно. Я ужасно страдаю от жажды и не могу ее утолить. И никто из слуг не приносит мне выпить. Эленвен, наверное, запретила мне наливать, тварь фригидная. Боится, что я опять устрою дебош, наверное. Ты, очевидно, тут недавно. Задавать такие прямые вопросы на приемах у Элен Вен – дурной тон. Но мне нечего скрывать. Я прибыл с юга по делам.
Если хочешь торговать в Тамриэле в наши дни, лучше привыкнуть вилять хвостом перед Талмором. Нравится тебе или нет? Я хочу еще выпить. Да, что тебе нужно? Пожалуйста, господин, лучший калавианский бренди. Чем еще могу служить? Прощай. Что тут? А, щедрая душа среди этих скаридов и дармоедов. Если я могу тебе чем-то помочь, обращайся без колебаний. Чудесно! Я готов немедленно отблагодарить тебя за щедрость. Дай знак, друг. И это все, друг мой. Только я могу тебе помочь. Устраивать сцены — это практически моя специальность. Отойди и насладись моим мастерством. Внимание всем! Пожалуйста, послушайте меня. Я хочу сделать объявление. Я предлагаю тост за Эленвен, за нашу хозяйку. Фигурально, разумеется. Маловероятно, чтобы кто-то из вас захотел оказаться с ней в постели. Хотя вы почти все уже с ней в постели, но все же... Я, конечно, выражаюсь фигурально. Ладно, ладно, уберите руки. Ладно уж, я буду панькой. Мы же не хотим оскорбить наших талморских господ. Пошли, пошли, пока нас не заметили. Мне выпить, живо! Вы довольны вечером? Весьма благодарю вас. Великолепно. Тогда не смею отвлекать. Пока все хорошо. Будем надеяться, что никто нас не видел. Мы должны пройти через кухню. Твои вещи спрятаны в кладовой. Держись поблизости, а говорить буду я, хорошо? Иди за мной. Вы в курсе последних новостей? Не знаю, новость ли это, но... Кто идет, Малбор? Ты же знаешь, я терпеть не могу странные запахи на кухне. Гостю стало плохо. Оставь его в покое. Гость? На кухне? Ты же знаешь, это против правил. Против правил, Цавани? Я и не знал, что разрешено есть лунный сахар. Наверное, нужно уточнить у посла. Убирайся отсюда. Я ничего не видела. Твои вещи в этом сундуке. Я закрою за тобой дверь. Смотри осторожнее. Я закрою за тобой дверь, иначе патрульные заметят, что что-то не так. Вы не слышали ничего интересного? Закрою за тобой дверь, иначе патрульные заметят, что что-то не так. Говорить буду я. Я закрою за тобой дверь, иначе патрульные заметят, что что-то не так. Отлично.